давайте уже покончим с этим. Ну, давайте покончим с этим. Так, что будем использовать? Будем использовать руку молот и, наверное... Ну, лезвие пусть так и остается. Сейчас посмотрим, как это все работает. Бах! Ну, что-то как-то не очень эффективно получается. Там совсем по чуть-чуть с него снимают. Ладно, попробуем еще хлыстом сейчас работать с ним. Задницу на уши натянул. Задницу он на уши натянет. Опаньки. Черт, неужели он меня достанет? Не, не должен. А тут еще можно вот так вот добить его. Долетим. Оп, укрылись. Отлично. И, наверное, какой-то сейчас запретный удар сможем использовать с вами. Ну да, в общем-то. А, здоровье я прокачал не полностью, к сожалению. Но зато у меня есть регенерация. Ай-яй-яй-яй-яй, какой удар смачный пропустил. Урон получил неплохой, потому что он тоже очень умело пользуется рукой-хлыстом. Здесь, наверное, можно еще раз руку молот использовать. Наверное, еще разочек добавим. Потом снова попробуем хлыстик. Так, отлично. И он тоже неплохо. Там у него и лезвие есть. Рука молот пошла. Help fucking yeah. Ну, смотрите, вы даже видите там совсем понемножечку, но здоровье у меня восстанавливается. То есть сейчас оно будет уже заполнит шкалу полностью. И, к сожалению, пропускаю сейчас. Вот от этого удара хлыстом почему-то нет никакой защиты. То есть я как беспомощный ягненок перед ним, перед этим мерсером, перед этим волком. Так, убираемся. Конечно, убираемся. Там у меня уже все. Обратил внимание, чем выше высота старта вот этого приема, тем больше, конечно, урона мы ему наносим. Так, здесь мы уклонимся и сейчас добьем его. Добили ли? Нечего сказать. Да вроде да. А, класс. Посмотрим, на что ты еще способен. Раунд 2. Ладно. Ай-яй-яй-яй-яй, вертолетик он схватил. Может быть, я тоже могу как-то вертолет схватить? Мне быть страшно. Так, окей. Окей. Нет, нужно порезче двигаться. Причем, смотрите, он реально быстро передвигается, перемещается по площадке. Ну, я тоже неплохо. Главное, чтобы хлыстом своим не забахал меня. В остальном вообще пофигу. Кстати, стоп, лезвие. Почему я не использую лезвие? Может быть, здесь наоборот, лезвие будет очень подходящим орудием убийства. Хорош, 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 хорош. Почаще, конечно, нужно щиты использовать. Лезвие пошло. И я назад сейчас к нему. О-оу. О-оу, блокирование было. Соответственно, сейчас какой-то удар можем использовать лезвием. Сколько с него сняли? Не очень много. А вот сейчас прилично. Это было круто, друзья. Уже больше половины. А у меня уже здоровье восстановилось почти на полную. Самое главное, чтобы он поближе где-то рядом с нами стоял. Тогда мы сможем лезвием поработать. Пожалуй, блок надо поставить. Вот так вот сейчас. Оу-е. Так, и здесь пошел молот. Шикарно. Красота. Я тоже должен отсюда сейчас убраться побыстрее. Не успел он хлыст, наверное, свой запустить. Так, куда он убежал? Честно говоря, я его даже и не вижу. Так, получается, наверное, нужно все-таки побыстрее от него передвигаться. И тогда он не сможет никак нам противостоять. Что, удар прошел или нет? Кстати, индикатор его здоровья уже мигает. Поэтому у нас есть потрясающий шанс сейчас решить это дело в свою пользу. Исход этого боя. О да. Красотулечка. Второй раунд завершен. Ты меня разозлил. И, в общем-то, меня тоже разозлил Алекс. Нам предстоит что? Третий раунд? Да без проблем. Сколько надо, столько и будем с ним биться. В общем-то, это одно удовольствие, скажем так. Хоть и опасное удовольствие. Ну что же,
А сейчас поставим сюда хлыст, пожалуй. Смотрите-ка, неплохо с хлыста ему достается. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот бывает же огорчение такое. Сейчас, вот так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Неужели он меня завалит здесь? Ну, не должен. Сейчас попробую почаще просто перемещаться. Поймал. Опять-таки поймал. Что же делать-то будем? Окей, я тоже не пальцем деланный, как говорится. Здесь у нас уклонение. Наверное, сейчас будет супер удар. Да, именно хлыстом. Должны нормально с него снять. И при этом еще выиграем немножко времени. Я думаю, что стоит, конечно же, здесь полетать. Так, он не был, по-моему, готов к моему приему. Почему-то я не могу сделать направленный удар на него. Вот теперь вот так вот еще молотом. Молот вообще практически не работает. Почему-то он эффективно от него защищается. Сейчас еще раз проверю. Да, молот вообще не идет. Поэтому давайте-ка, наверное, щупальце может поставить на него. Сейчас проверим. Оп! По-моему, вообще ничего не получилось. Хлыстом. И чуть-чуть остается. Главное, чтобы мы не погибли. Главное, чтобы с нами все было нормально. Так. Отлично, чуть-чуть осталось. Сейчас самое главное просто почаще бегать. Почаще от него перемещаться. Help fucking yeah. Так, что у нас здесь? Укрыться нужно будет, да. И завершающий удар, друзья. Это был эпик. Тебе это понравится. Готов, старика? Блокирование. Отрываем руку. Класс. Что еще можно ему оторвать? Добро пожаловать на верхушку. Жалимся над ним или поглотим? Да, конечно, поглотим его. Мы мечтали сделать это практически всю игру. О, да. В этом исключительно твоя вина. Ты же это понимаешь. Я понимаю, что когда-то у меня был брат по имени Алекс. Он играл со мной в игры, катался со мной на коньках, смотрел со мной ужастики. А еще я понимаю, что тот Алекс мертв. Меня больше не связывает ни жизнь, ни смерть, Дана. Я вне всего этого. Как это? Просто он этого еще не понял. Джеймс! Ура! Майя! Майя! Ты цела? Thank you.
теперь что нам делать? Hell yeah, друзья. Игра была просто потрясающей. Я надеюсь, вам она также понравилась, в общем-то, как и мое прохождение. Я также хотел бы поблагодарить вас за то, что очень активно поддерживали мои видео. Мы с вами совсем скоро увидимся снова на канале RusGame Tactics. До скорых встреч. Пока.